В Твери продолжается реализация проекта «Ямам нет». В его рамках активисты своими силами заделывают ямы во дворах. Они латают дыры холодным асфальтом, который продается в строительных магазинах. Инициатором и идейным вдохновителем проекта выступает советник президента России Владимир Васильев. На днях политик проинспектировал один из дворов, который попал в эту программу. Подробности у Никиты Васильева. Двор дома номер 15 по улице Благоева в Заволжском районе Твери. Долгое время жильцы здешних многоэтажек добивались ремонта дорожного покрытия на придомовой территории, однако дорожная техника все никак сюда не приезжала. Проблему удалось решить летом этого года, когда жильцы обратились к активистам проекта «Ямам нет». Мы написали напрямую письмо, получили на него отклик. И на сегодня, как вы видите, уже получается какой-то результат. Как рассказывают местные жители, между обращением и началом работ в их дворе прошли считанные дни. Напомним, проект «Ямам нет» реализуется в Твери с весны этого года. Его инициатором и идейным вдохновителем выступает советник президента России Владимир Васильев. Тверские активисты своими силами заделывают ямы во дворах. Они латают дыры холодным асфальтом, который продается в строительных магазинах. В этом году в рамках проекта заделано уже более 300 ям. Объекты выбираются, исходя из публикаций в соцсетях и обращений граждан. Это дешево и быстро. Мы не снимаем большие площади, а производится локальный ремонт. То есть где-то даже можно одну ямку сделать. Мы же понимаем, что никакая большая фирма не поедет заделать маленькую ямку. Итоги работ проинспектировали советник президента России Владимир Васильев и директор Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова. Они отметили, что отремонтированный двор – это в том числе заслуга самих жителей, которые готовы не просто говорить о своих проблемах, но и решать их. Хорошо, когда у наших жителей есть фокус, и они видят, что что-то не так. Вот это первый шаг, да, научиться видеть то, что можно улучшить, что нужно изменить к лучшему. Но мне кажется, очень важно, это чтобы от первого шага мы ко второму переходили, когда мы учились объединяться, находить возможности в своем, в том числе, сообществе. Сейчас есть огромный ресурс у активных людей, и я их вижу. И в этом дворе вот ко мне подошла женщина и долго не отходила. Она готова это делать. Кто-то говорит, вы это сделаете, а кто-то готов сам включиться. И вот сейчас, мне кажется, очень важно, чтобы депутаты, независимо от фракций, работали с такими людьми. Потому что вот эти люди, они находят решения. Они не только ставят проблемы, они их находят и участвуют в них. Также Владимир Васильев и Юлия Саранова на Благоева 15 в этот день приняли участие в празднике двора. Для жителей и гостей была организована развлекательная программа, а с детьми работали профессиональные аниматоры. Жители вышли, чтобы отметить праздник двора, день двора. Я вижу, люди улыбаются, веселятся, играет музыка, хорошее настроение. И, конечно, это то мероприятие, которое, наверное, необходимо всем. И, конечно, надо собираться вместе, объединяться, дружить. И вот такими коллективами, да, мы и дворы свои украсим, и создадим атмосферу приятную и добрую.